Так, откуда вы к нам приехали? Я приехал из Республики Дагестан. Сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта? Занимаюсь уже второй год. И у меня получается... Какие-то медали уже есть? Есть. На прошлом чемпионате, то есть первый всегда, я занял третье место. Тем самым получил конкурс. А в Новочебоксарск нам первый раз приехали? Нет, уже второй раз. Уже второй раз. Какое впечатление оставляет тебя? Впечатление тут положительное. Среди нас очень гостеприимный, дружелюбный народ. Да. А сегодня рассчитываете на победу? Да. Только на золото. Спасибо. Откуда вы к нам приехали? С Томска. Первый раз в Новочебоксарске? Да нет. Уже несколько раз приезжали? Там раз, третий. А вот вы давно занимаетесь этим спортом? Так-то с 15 лет. А сколько часов в день или, может быть, дней когда вы тренируетесь? А что дает самое сложное в тренировках? Говори. А у вас есть какие-то уже медали, победы? Есть. Какие? Перечислите, пожалуйста. Бронза и серебро. Чемпионат России. Да. Мастер спорта еще, можно сказать. А сегодня вы рассчитываете на победу? Конечно, обязательно. Только победа? Да. Спасибо большое.